прошлом фильме мы с вами посетили поселок Пионерский, или 14 километр. В простонародье еще называют его Четырка. Но на 14 километре он не заканчивается, а простирается до 15 километра. Ну а сегодня мы с вами поедем в посетим поселок Новый и Нагорный. Итак, поселок Новый. Поселок был образован в 1939 году, а нынешнее название он получил уже в 1959 году с образованием Авачинского зверосовхоза, в котором выращивали норку и, по-моему, песца. И сейчас мы с вами продвигаемся по улице Молодежная. Справа параллельно проходит улица Центральная. Но, честно говоря, я бы поменял их местами, потому что мне кажется, все-таки это улица поцентральнее. Thank you.
Ну вот, пожалуй, и все. Выезжаем из поселка Новый и направляемся в поселок Нагорный. Хочу обратить ваше внимание, вот столбы слева, видите, со светильниками. Теперь трасса Петропавловск-Ельзево освещена полностью. Отсюда начинается поселок Нагорный. Вот налево пошла дорога, это бывшая птицефабрика. Она как бы новее, чем на 14-м километре, пионерская. Но тем не менее, с началом 90-х эта птицефабрика перестала существовать. Все помещения раскупили частные владельцы и организовали там несколько рыбзаводов. Ну что ж, прокатимся по поселку. Сейчас мы повернули на улицу Совхозная. Ну, проедем в конец. Поселок был образован в 1941 году, и свое нынешнее название он получил также где-то в 1959 году. Ну а теперь по улице Первомайская мы проедем вглубь поселка.
Вот обратите внимание на эти двухэтажные дома. Это дома на двух хозяев. И в советское время, когда ну, нельзя было, скажем, продать свое жилье, квартиры в этих домах менялись даже на Ленинград тогдашний. Ну вот, пожалуй, и все. В следующем фильме мы с вами поедем уже непосредственно в город Елизово. Ну, перед самим городом мы, конечно, поподробнее обследуем 26 и 28 километры. Так что до встречи!